have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Всем привет! Доброго времени суток. Пойдем мы сейчас с вами в хорификхаузинг. Как только закончится... Человек-коллега, да. Без шуток. Как только закончится этот раунд... Ха-ха. Почему? Мы должны ржать после слова «дырка»? После лопаты смеемся, после дырки смеемся. Я понимаю, что смех продлевает жизнь, но кто хочет жить вечно? Вы чё? Ладно, ребята, идите ко мне. За мной, сладкое пиво. Смотрите. Я вам покажу. Там дырка. Смотрите. А, да, знаю. Меня деревом проткнули. О, нихрена, а ты дырка. Где? Погнали. Смотрите, дырка. Наверху. Ща. А как туда? А как нам обратно вернуться? Что за тусаконь тут? Погодите. Я думаю, вот сюда назад. Нет. Мы тут застряли навеки вечные. Тут блок. Раунд не закончится. Блок. О, погодите, подсадите меня. На. Так. Вот так. Сейчас. Не. Мне нужна практика. Куда я попал? В дурдом? Как я тут оказался? Я просто гулял. Ребята, посадите меня, кто-нибудь. Надо больше людей, встаньте друг друга, сделайте башенку. Из тебя давай сделаем. Давайте. Становитесь на меня. Слакет. О, становись на слакет. Стою, я на месте стою. Становитесь на слакет. Что-то колбасит. Если становишься, то тебя выбрасывает с этого. Зашли подождать раунда, тут такое. Становитесь на слакет, чуваки. Как я обратно попаду домой? Будет колбасу с холодильника воровать? Я могу занять твое место. Так, давай. Ты не умеешь так элегантно тащить колбасу. Так, а ты еще не видел. Прыгай, стой. Ты даже моргнуть не успеешь, как у тебя весь холодильник исчезнет. Ты не можешь. Какая колбаса? Я у тебя холодильник весь украду. Залезьте на слакета, пожалуйста. Я сейчас пытаюсь математически прикинуть твой вес и вес моего холодильника. И сколько секунд понадобится моему холодильнику, чтобы раздавить твои кости, когда он окажется на тебе. Это работает. Всё. Я пошел тырить колбасу. Залезай на меня. Так а толку? Не, я подожду тут раунд. Тогда ты тут залезай, чтобы я выбрался. Ну на. Что тебе так выбраться надо? Ну нет, надо слада. Ребят, вернемся к раунду. Ставится. Нет, свипер не хотим, я хочу лаву, например, пол-лава. Ну ладно, лава. Лава это весело, потому что свипер, малейший лаг, и ты вылетел, все. А лаги это, да, наше все. Давайте втроем шагнем вперед, чтобы все сдохли. И нафига? Зачем? Что происходит? Самоуничтожение. Самовыпил, это, конечно, вариант, но нет. А я не хочу. А я Пикачу. Нет, не я Пикачу. Нет. Лава, ой, что? Я умер! Это я. Главное не двигаться, и все будет хорошо. Прямо сходу я еле успел на крышу за. Где мои ноги? Слушайте, у нас простите, нет ног. Простите, я вас вот именно так? Ноги подтаяли наполовинку. Ребята, у меня появилась идея. Давайте, когда будет лава, мы все с самого начала скинемся в лаву, чтобы все умерли сразу. Так я только что об этом говорил. Шутка, сказанная дважды, не становится в два раза смешней. Сколько жаль. Уже голь не играть, Мерседесу не станет. Да. Колобок повесился, это еще смешно? Да. Видимо, да. Там еще рыба утонула. У меня еще шутка есть, в общем. Блин, слушайте, мы тонем. План не сработал. Так, Киченес, кто тут еще остался? Еще два человека остались. Что? Ты летать можешь. Ты летать можешь. А на чем? Я не помню. У тебя способности есть. Нажми на Е. Там так F. Это P Respect? Да, так не на F, и ты летать будешь. Слушай, ты не сталкивай меня. Это моя корова, я ее дою. Ты мне слушаешь? Нет! Оно не... Оно не бесконечное.
А ты думал, ты думаешь... Да. Не, банипост не надо, было в прошлый раз, мы с вами это проходили. Он вообще скучный очень. Пойдем еще раз, Слава. Короче, Сама выпил. Давайте, все идем вперед, чтобы все умерли сразу. Да, да, идем, идем. Пошли, пошли. Да, конечно. Пошли. Ужимаем до балдю. Сейчас весело будет, да, Пика? Да, давай. Все, я иду вперед. Пика, и я иду вперед. Конечно, вы оба идете вперед. Вы оба так же идете еще и нафиг. Опа, так, на этот раз? Все подохнули? А я не пошел. Ты предатель. Да запрыгни. Смотрите, у меня яйцо. Смотри. Я иногда не понимаю, как это работает. То есть иногда легко запрыгиваешь на дом, а иногда прям, о, блин, фига себе у тебя. Смотри, пам, 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 пам. У меня еще стены прозрачные. А что такое? Не слушайте кота, он слишком честный. Мам, ты меня не привет. Так ты, мам. Ты чё? Верни мне яйцо. Обладатель самого большого яйца на сервере. Звучит... Не очень, да, я знаю. Не очень. А всё, всё. А ножки коротковаты. До свидания. Прыгай, пока не растаял. Я не могу! А ты еще прыгай! У меня руки не достают! В принципе, Перси мало играл. Слушай, ой, учил, дом взорвался и глаз вылетел из него. Фига себе. Саурон, что ли? Походу. Так! Открой дверь в моем доме, посиди на диване хотя бы. Да зачем мне твой диван? Все, уже не надо, правильно, согласен. Да, уже не нуждаюсь. Подарки, прям в лаву, до свидания. Сходи, подбери. Да. Убейте Пику, пожалуйста. Фу, вообще, чисто теоретически, это мой подарок, потому что это мой дом. Блин, она меня поджаривает, я ничего не могу с этим сделать, потому что я самый близкий к этой фигне. Пика, дайте мне пистолет. Я тебе это ищу именно в тот момент, когда ты не будешь этого подозревать. Give this man a gun. Спрячься, чувак, ты же умрешь. А куда я тебе спрячусь? Ну вот, теперь второй глаз подошел. И все на тебя. Все глаза на тебе. До свидания, блин. Я просто подарил только что победу. Ну так, все глаза на тебе. Давайте сайдвейс. Сайдвейс, да. Нет, рапид. Нет, рапид это страшная вещь, а в гейр ты мне можешь отомстить. Я люблю страшные вещи. Давайте. Почему никто не хочет? Ну какой гер? Нет! Нет! Дайте ему пружинку! Дайте пружинку! Дайте мне пистолет или меч. Пружинку. Снайпу. Пружинка тебе самая топ. Пружинка. Тут уже смотря какая. Самая топ. Вот ты тварь. Мина! Хорош! Блин, обычно это достается мне. Значит, в этот раз не я неудачник. Какие у кого пушки, говорите? По мне стреляют, я пошел отсюда. Кто ты? Ты мой дом сделал! Хватит! Ну мне дом заминировали, какой хватит? Так, иди в свой там дом. Там все еще скелеты. Ладно. О, стрелка убили наконец-то. Вот, ты кого-то убил! Хватит, предатель! А чё бомбануло? Бомба. Да фиг его знает. Главное, что бомбануло кота. Я знаю, что Пика его знает, поэтому я и спрашиваю. Это я Пику бомбанул? Чем? Из-за меня Пика умер, так что да, ха-ха. Все это так время ты был я, умер. Зио Брундо. Кот первый умер, ничего не знаю. Но потом ты умер. Кстати, Рейнин Такос. Нет, я умер, потому что я захотел. Это было по моему желанию. А ты умер, потому что ты взорвался. Так. Нет, я не взорвался. Это ты меня убил. Я победил? О, мне подарили победу. Спасибо. Ты чё? Нельзя. Верни, пожалуйста, обратно. Mm. О, да, давайте Бриджес. Да, Бриджес. Если скажешь еще раз, да, вот еще раз. Бриджес. А что будет, если три раза сказать
Бриджес, появится, знаешь, Бриджес и собьет тебя на барракуде. Если вдруг кто-то сейчас понял то, что я сказал, я вам крайне сочувствую. Пойдите, возьмите таблеточку и закутайтесь в плед, вам лет 100. Битлджус. Не надо. Так какая лава. Нафиг лава? А, что ж такое-то? Кто это выбрал? Вот, давай выпилимся. Я тебе не верю. Ладно, давай выпилимся. Это сам выпилю. Снайпа? Мазила. Офигеть. Прости. Сосед снайпер. Блин. В семье не без урода. В смысле? Потренируй им побольше, ну. Ты не бойся, у меня пули без... Every day I'm shuffling. Не-не-не, не стреляй. Ты чё? Вот это нафиг. Ха-ха-ха, Мазила. Понял. Аргумент. Почему у него винтовка? Что Пита это за фигня? Просто сдался. Он не хочет меня убивать. Он сдался, все. Кто-то умрет через минуту. Короче, игра прямым текстом говорит. Я! Это месть. Ну какая месть? Я взорвусь через минуту. Слушай, хватит. Уйди. Я взорвусь. Соблюдай дистанцию. Дистанцию держу. Сколько времени осталось? Я взорвусь. Не скажу. От радости. 10 секунд. Раз. Санта через 3 секунды. Оу-оу-оу. Да почему пули вообще назад летят? Что это за неправильная винтовка? Ой-ой, я из-за тебя чуть не умер. Ты чё? Знаешь, если я умру, то с Фрумом. Да шутка. Это не я взорвусь. Я тебе не верю, знаешь? Я тебе не верю. Блин! О, бомба! Поверь! Смотрите, тыч! Эй, блин! Ой-ой-ой! У меня был... Ты там не сдох случайно вместе с собой? Я вас убил! Есть! Слушайте, давайте все убивать Пику. Да? Предатель. Какой Пика? Да, есть кто-то такой, да. Давайте, так, из наших остался слайк. Давай, руби его на шаурму. Я пошел в эту, в машину. Времени? Нет, кофейную. Будешь делать экспрессо и латте? А как ее открыть? Тут портал, убрали кнопку. Я специально, может быть, кто-то сейчас захлебнется в собственной крови, что ты? Иди сюда, кот или Фрум. Что? Я не буду туда лезть, я не буду там нажимать. Идите вы нафиг. А там оно не нажимается, там лифт вот и не нельзя надо. Открыть. Я просто... Кстати, человек а говорит, упадите. Сам Саймон падает. Сказал. Нет. Саймон сказал, я хочу выиграть. Саймон сказал, вы все умрете. Саймон врет. Ты не сказал, надеюсь. Саймон сказал. Саймон сказал, Саймон врет. Саймон говорит вообще-то. Саймон says, да, Саймон говорит. Значит, все, что я говорил, до этого было неправильно. Ха-ха. Саймон говорит, Саймон не мой. Ну, понятно, что не твой. Он сам свой собственный, как этот, кот, Матроскин. Сам по себе. О, иди в этот, в подвал. Тут свечка с волосами. Угу, и 3 миллиона долларов. И дракон зеленый летает. Фига себе, слаг. Мне иди нормально. В этот. Нет, иди в смысле там, нормально, чувак. Тебе нужно пойти срочно купить лотерейный билет сегодня. Я не знаю, где ты его достанешь, но ты обязан. После вот такого... Ты. Иди подойди к яме. Перед домом есть ларек. Перед домом есть ларек. Подойдите к яме. Подойдите к яме, пожалуйста. Короче, смотри, какая штука. Если ты выигрываешь этот раунд, то ты прям после этой серии ты идешь и покупаешь... Все, ты идешь покупаешь лотерею. А, нет? Прямо сейчас. Не-а. Смотрите, черт, идите к яме. Черт, надо было пережить раунд, чтобы победить. Ребята, смотрите, у меня питомец умер шумем. Один дом. Сплит. Хочу сплит. Давай. Ступ. Давайте ступ. Стад. Блин, стад это жестоко, ну давайте. Пиксели? Да. Ну ладно. И сразу 5 там появилось.
46. Блин, а за что бабло дают за проигрыш? Это же раньше, по-моему, не было такого, или мне кажется? Бабло дают? Ну, типа, с поинты. Давай выпилимся, кот. Там лава поднимется, если что. Да, да, да. Смотрите, какой у меня питомец. Откуда он у меня? У меня вообще амогус есть. Где ты вообще? Да. А, вот. А у меня его нету в инвентаре, но у меня он летает рядом. Да, я не хочу его менять. Я заметил с раунда, что этот... Ну, потому что он и пропадет, по-моему, да? Да. У меня его нет. Но он а летает. А чего двигаться боитесь-то? Метеор падает. Прыгнул, пуньк. А чего двигаться-то боитесь? Поэтому я и боюсь. Понял, почему боитесь? Я танцую. Это, стой, это же эти фортнайтовские танцы. Так, там, так, так было. Так, да. Короче, так. Надо просто тыкнуть... Вот, я лучше всех. Мы с тобой одинаково танцуем. Лизгинку. Не. И я тоже. Это лизгинка. Нет. 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 Ха! Вы что, вы офигели, что ли? Все, теперь стой! Мне надо держаться на этом... Да! На пике можно стоять? Да. Я не хочу на пике стоять. Слушайте, вот когда сосулька пропадет, то что я буду делать? То потом тебе придется очень аккуратненько спланировать обратно. Это зелье может дать негативную силу. Ты хочешь его выпить? Да. Да. Мне скорость дали! О, какая полезная вещь! В данном случае, да, просто безгранично. Ой-ой-ой. Скорость. Ребята, you can run faster. Have some cake. А ну-ка. Если сосулька быстро пропадет, что я буду делать? Мне страшно. Не облизывай, не пропадет. Плакать. Ребят, смотрите, я умру. Облизывай. Дайте мне... Фриз-рей, серьезно? Че, тебе дали? Нет. Ты в меня только не стреляй, хорошо? Так. Я никому не доверяю. Лицо! Я должен купить лотерейку. Нет. Да. Так, двум чувакам прилетел по башке, одного убило. И ты как-то выжил. Надеюсь, наши острова соединят, и я смогу побегать. Я хочу узнать, насколько я быстрый хотя бы. Чувака скинул. Если я сделаю шаг вперед, то я труп. Да нет, смотри. Вот смотри сам. Вот попробуй, проверь. Блин. Ты что, подыхаешь? Да. Дом засвети. Ой, не та песня. Вы слышали это? Да. Амогас. Вот там черная дыра. Знаете, мне сначала дали в дважды больше жизни, а теперь меня потихонечку сжигают. Ну, как бы, чем не ирония жизни-то? Это мучительная смерть. Я вас еще всех переживу. Черная дыра открывается. Не надо. Пожалуйста. Вы знаете, какая плохая черная дыра? Она все засасывает на своем пути. О, чувак, гиперпрыжки. Вон сверху, посмотри. У тебя солнце. Да, у меня солнцепек. Я сейчас солнечный удар. О, зайчик! Блин. Кто зайчик? Я. Ой, а как ты умер? Угу, я превратился в зайчика и упал. Вы чё? Ёй! Вы меня видите? Видим. А чё ты такой маленький? Опять ты гном. Я тебя задавлю. Звучало так себе. Смотри, Пика, там большой остров. Допрыгнешь или нет? Конечно, я ж так вот далеко прыгну. Вот смотри, там замок, Пика, допрыгнешь или нет? Ну сейчас зайчиком встану. О, мороженое! Мороженое мне тоже, пожалуйста. Ой, я съел. Ой, ребята, смотрите, я высоко прыгаю. А, да блин! А, не, все нормально. Опа, где-то снайпер. А как этот паркур еще можно пройти-то? Не надо! Пика, я тебя не люблю. И ты не спрашивал. Да ладно. Поздравьте меня. Поздравьте меня. Я паркур прошел. Да ты можешь не прыгать. Все, ладно, давай. Можешь не прыгать. А-а-а!
Я буду высчитывать секунды каждого твоего заряда. Вы что, опять вдвоем там остались? Я не в тебя стреляю! Убил! Ребята, смотрите, мы не маленький дом. Он попал. Мян, x2 хп! Блин. Эй! Это был мой бонус. Я тебя не люблю. Ковально падает. Зачем ты... Зачем ты сюда прыгнул? Я должен выиграть. Кетчуп. Мне лазер дали! Хватит! Лузерган! Хватит! Перестань! Если ты меня убьешь, ты... Ты лох. У тебя хп снимается вообще? Нет. Защитую перерождение, пожалуйста. Мне через 30 секунд надо тебя убить. Над тобой стоит лизард, если что, он тебя убьет, когда ты убьешь кота. О, у меня как раз хилинг был. Вы остались вдвоем, на крыше стоит лизард. Помни это. Он тебе что, лодочник? Предлагаю объединиться против пики. А у меня лазер не забрали. О, у кого-то будет мина. Надеюсь, у нее. Да, почему? У нее. Почему? Она на тебе... Она написала, пока ты не умрешь. Она написала непонятно что. А, мина. Нет, не мина. Мина? О! Она тетрадь смерти взяла! Она не знает твоё имя. Милочка. Она уже использовала. Уже таймер пошел? Да, все, у меня уже написано Death Note. А, блин. Это нечестно, кто ей выдал эту тетрадь? Надо было ее раньше убивать вместо кота. Просто знал, что она вообще там сидит. Я тебя предупреждал. Мне очень жаль за это. Ладно, ребятушки, тогда будем на этом заканчивать. Может, еще? Ну, по времени у нас уже просто не влазит, поэтому я думаю, что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Эй. Добра, бобра, всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Покеда.